Мы можем строить с людьми отношения на принятии, поддержке, эмпатии, понимании там, и так далее. И это в целом очень такой красивый и правильный по сути своей формат, действительно, если вы способны понять друг друга, если вы способны поддержать там, и так далее, ну, это будет идеальное общество. Проблема состоит в том, что оно процентов на 5, а то и 10, а в нынешних обстоятельствах, я боюсь, на все 20, содержит в себе людей, которые по своим психическим особенностям, в связи со особенностями своего устройства своего мозга, они начинают срезать углы и использовать других, думают только о собственных интересах. И в результате просто получается, что те, кто были добродушными и принимающими, просто сидят обобранными, обманутыми там, и так далее. Вот. А значит, эта публика, она жжет.